Всем привет, с вами Умка, и сегодня мы вместе с вами будем играть в Легенды Драконования. Сегодня понедельник, новая неделя, а это значит, у нас появились новые акции. На этой неделе появилась новая соло-акция с новым драконом, которого у меня нет. И сегодня мы будем проходить рубежи в этой соло-акции, чтобы пройти к этому дракону. Давайте же начнем. Давайте заберем ежедневную награду. Это у меня 2 билета. Отлично. Скоро выйдет обновление у нас будет. Так, что я еще вам хотела сказать. Новая неделя. Нет, давайте сначала перейдем к прошлой неделе. На прошлой неделе у нас был дракон, какой-то спортивный, я уже не помню название. Ну, в общем, вот его яйцо. Он у меня получился и достаточно давно сидит. Я просто в игру не заходила и не снимала яйцо. В конце видео мы активируем Хроноса и... сейчас... И скоротаем время. Итак, друзья, давайте теперь начнем с обзора новых акций, которые появились. И первое, что у нас тут, это у нас новый дракон, недельный дракон, дракончик Пряник. Очень красивенький, буду, естественно, его выводить. Родители, грязь и конфетка, я так поняла, да, конфетка. Давайте попробуем, сделаем нашу первую попытку. С первой попытки не получился, но получится потом. Теперь давайте посмотрим, что у нас тут еще. У нас поиск сокровищ заканчивается он через 5 дней, то есть это уже последняя неделя. Кто успел, тот успел, кто не успел, тот, к сожалению, не успел. Интересно, я успею собрать хотя бы вот... Магнутус Рога или нет. На Серафима уже не смотрю, потому что я в этой акции вообще не участвовала и ничего не покупала. Не собирала, точнее. Но сегодня в видео мы с вами, естественно, соберем лопатки и пройдем. Ну, что сможем, что и то и пройдем. Далее соло-акция с драконом. Это зимняя соло-акция с драконом Оракул. Да, у меня такого дракона еще нету, буду получать. Рубежи 5 кристаллов, 75 тысяч еды, 500 талисманчиков для сезона, дракончик-метеорит, 1 легендарное жилище, 20 билетов драконов, 25 кристаллов и потом у нас на 8-м оракул и за первое место у нас дракон-друид. Давайте сразу же первый закончим, так как я не заканчивала его. Сразу же ко второму обнулим. И тут у нас что? У нас тут собрать золото, накормить драконов, поймать существ. У меня драконы есть, золото тоже. Ну, кормить кого есть. И золото тоже заберу. Следующее это у нас... В бездонной темнице дракончик корица, по-моему. Да, корица, она у меня есть. Тоже очень красивый дракончик. Это все предновогодние драконы. Очень красивые. Мне безумно нравится. В общем, я ее тоже получила. Она была драконом недели, по-моему, еще аж в осенью. Ну и далее у нас борьба символов, конкурс символов. Дракон... Я не помню, как его называют. Вот, не помню. Огненный маг, да. Он у меня, по-моему, тоже есть. Да, вот он у меня есть. Даже выведенный. Вот тут вот он сидит. Вот он такой красивенький. В общем, у кого его нету, шанс получить есть. Далее, последние 2 дня на дракона Гунхильда. Если честно, очень быстро пролетело время. И, ну, я, конечно же, вывела этого дракона, но настолько быстро время пролетело, я прям аж обалдела. В общем, я не помню уже, что я скрещивала, но я скрещивала самый высокий процент. У меня даже в ВК, в группе есть карточка с этим драконом,
кому интересно, тот может посмотреть. Так, ребята, что у нас дальше? Ну, давайте сначала соло-акцию, соберем золото, накормим драконов и поймаем существ. Сколько у нас тут еще? Ага, все, мы уже покормили драконов. Давайте зайдем посмотрим, сколько у меня там малышей. Мои драконы. Мои драконы. Ага, вот, у меня тут очень много малышей. Ну, давайте начнем со жрицы навестить. И, по-моему, там 4 раза можно ее покормить. Да, по-моему, так можно, да. 3. Да, все, 4. И существ бы хотелось тоже поймать, но не знаю. Это, видимо, перезаходить надо. Так, давайте еще повыполняем задание ежедневные. Там как раз 3 кристаллика я заберу и смогу что-нибудь за кристаллики пройти. Ну, в соло-акции я имею в виду. Кристаллы я не жалею, все прохожу с этими кристаллами, мне удобнее и быстрее прохожу эти рубежи. Так. Угу. И еще, наверное, вот тут вот. Да, все, мы прошли. Теперь давайте сразу в лигу. На арену сходим. Возьмем, давайте, что-нибудь понормальнее, чтобы побыстрее. Так. Ага, первая отлетает. Ну, нормал мы можем побеждать. Да, мы можем побеждать. Так, все, мы забрали. И что тут у нас еще осталось? У нас осталось собрать еду. Нам надо собрать еду и подарить подарки друзьям. Давайте пока готовится еда, я раздам подарки. Давно уже на видео не раздавала подарки. Так, 26 минут, 5 дней. Сейчас 4 дня. 20 часов, 12 дней назад зря дала, 4 часа, 2 часа, 8 часов, 1 час, 14 часов, 18 минут, 4 часа, 1 день, 5 часов, так, сейчас, 4 часа, кого, кто тут еще, так, вот сейчас, 2 часа, 17 часов, 1 час, так, 4 часа, 50 минут, кто тут у нас, 3 дня назад, 4 часа и 5 дней, так, я вот, знаете, мне много спрашивали мой код дружбы. Давайте я его сейчас быстренько найду. Сейчас. Я вот не помню, где его. А, вот, вот он мой код дружбы. 6B070A. Вот, если что, вот многие спрашивали у меня, какой у меня код дружбы. Вот такой вот у меня код дружбы. Так, теперь давайте соберем еду. Соберем еду. Откроем сундук в рунах. Так, отлично. Так, и давайте теперь активируем Хроноса, освободим его. Скоротаем, так сказать, время. И еще раз попробуем вывести дракона пряник. Ну, с первых разов у меня никогда не получалось. У меня обычно все получается не на видео, а на, ну, обычно вне съемок видео. Ну, давайте еще раз попробуем. Еще раз сделаем. Ага. Тоже не то, тоже это этот арбузик. Ну, в общем, ладно. Так, друзья, давайте соберем подарки.
награды, вернее, с ежедневных. Так. Так. Все, три. И давайте, наверное, в соло-акции золото. Потратим золото. Так, ну теперь давайте... сейчас еще дракончика покормим одного и пойдем искать наши эти, скажите мне, талисманы. Так, потому что там одно задание не выполнилось, надо еще один уровень поднять. Так, вот она. И все, отлично. Так, все, забираем. И что тут у нас? У нас тут 8. Ага. Все, вот, 18. Так, ну опять по старой схеме. Так. Ага. Вот сюда пойдем, вот сюда пойдем. Ага, все, 19. Угу. Я постараюсь за эти 5 дней еще 10 накопить амулетиков, чтобы купить вот его хотя бы, потому что таких драконов, вот именно вот такого формата у меня нету. В общем, вот, Серафима синего, ну, к сожалению, не получилось, не фартануло, потому что я не активничала вообще в игре очень давно. В общем, вот такие вот дела. Пособираю талисманчики, пособираю эти самые... лопаточки, в общем, все будет у нас интересненько. Ну что ж, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Умка, и всем-всем-всем до скорой встречи.